Всем привет, дорогие друзья. Вопрос сегодня у нас стоит в прошивке. Хотел бы поделиться своей информацией. Приносили такой аппарат BQ. Ну, как вы видели в описании уже, да? BQ 5590, по-моему, Strong. Сейчас его уже нет, я его уже отдал. Проблема была в разъеме зарядки. И оторвали боковые клавиши вместе со шлейфом. Ну, он у меня благополучно пролежал. Долгое время я его не занимался, некогда было. Когда я его взял ремонтировать, там уже и хозяин подгонять начал. Сделал ему кнопки боковые, сделал ему разъем зарядки, то есть все заработало. Начал запускать, он у меня повис на логотипе, то есть слетела прошивка. И как бы, ну, слетело и слетело, что такого. Прошивки на свободном доступе везде есть. Ну, тут меня ждала неудача, прошивки нигде не было. Искал я ее и на 4PDA, и на других сайтах, там, и дошел до официалов, позвонил официалам в Москву. На что мне ответили, что они прошивки не распространяют, и посоветовали обратиться в авторизированный сервис-центр. Ну, это, естественно, платно, мне это не надо, телефон не мой, телефон клиентский. Ну, суть-то в чем. Нашел я в итоге прошивку на каком-то сайте, уже сайт не помню, честно говоря, вообще где нашел, и не успел заснять, как я его прошивал. Но прошить я его прошил, и он у меня заработал. То есть есть прошивка, ссылку на прошивку я оставлю под видео, это будет ссылка на Яндекс.Диск, будет архив с прошивкой и будет прошивальщик, там у нас SP Flash Tool 18.5.18. И показать, в принципе, я покажу, как прошивать, но увы, без аппарата. То есть мы имеем у нас SP Flash Tool, в нем у нас открыт скатер файл из прошивки, как обычно, вы уже знаете, как его открывать, я думаю, не стоит. Что я делаю? Я убираю галочку с прелодера и убираю с user data. Извиняюсь, покупатель заходил. Ну, в принципе, что прошивка у нас имеется, снимаю галочку с прелодера и снимаю с user data, чтобы прелодер, чтобы у вас не слетел, а user data это у нас email, чтобы мы не слетели, потому что мало ли прошивка не подошла бы, и мы бы, чтобы не кирпичнули телефон. Далее don't want, в режиме don't want only прошиваем, ну, все как обычно по дефолту, все прошили, то есть не на чем показать, честно говоря. Но я думаю, если вы смотрите это видео, вы не первый раз прошиваете аппарат. Прошили. Далее у нас он, по-моему, на Android 7 идет, насколько я помню. Там у нас FRP блокировка срабатывает. Как убрать блокировку, я вам сразу покажу тоже, чтобы вопросов лишних не было. Аппарат довольно редкий, но достаточно геморройным оказался для меня. Убираем FRP блокировку вот таким методом. Открываем в флештуле раздел формат, далее manual формат. И находим в файлах наш скатер файл. Вот он, скатер файл наш. Открываем его через WordPad. То есть открыть с помощью WordPad вот этот. У меня открыт уже просто. И вот он. Далее в поиск. Вот сюда мы вводим FRP. FRP вводим и найти. Все, он нам находит раздел FRP в скатер файле. Дальше нам этот текстовый редактор, в принципе, особо не нужен. И мы отсюда берем только два адреса. Вот этот адрес Ctrl-C мы вставляем вот сюда. И вот этот адрес мы берем, вставляем вот сюда. Сюда. Вот. Сюда. Секунду, я его еще раз скопирую. Вот сюда вставляем второй адрес. Все так же нажимаем кнопку старт, подключаем телефон, он у нас авторизируется и форматирует именно вот этот раздел, где находится у нас FRP. После этого запускаем телефон, и никакого FRP у нас уже больше не будет. Он будет запускаться новый телефон с магазина. На этом, я думаю, все, ребята. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк за мои труды, за мои поиски. До новых встреч. Пока-пока.